Здравствуйте! В эфире программа «Открытая книга». Личность Иисуса Христа была и остается загадкой вот уже на протяжении 20 веков. До сих пор идут споры о том, кто же такой Иисус Христос. Святой человек, оставивший пример благочестивой жизни, великий реформатор, пророк или Сын Божий. Сегодня мы говорим об этом с ректором Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгением Владимировичем Зайцевым. Евгений Владимирович, я рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо. Итак, кто же такой на самом деле Иисус Христос? Спасибо за вопрос. Вопрос, который, несмотря на то, что христианство уже 20 столетий, продолжает звучать и сегодня. Кто Он, Иисус Христос? Выдающийся учитель, основатель великого нравственного учения, пророк, реформатор, революционер, основатель самой крупной религии или Сын Божий. Я думаю, что, отвечая на этот вопрос, мы по нашему обыкновению обратимся к источнику информации, за которым стоит сам Бог. Вопрос этот очень сложный. И вот это многообразие представлений об Иисусе Христе, опять же, связано с тем, что часто мы, люди, ищем информацию для себя в источниках, которые уводят нас в сторону от истинного понимания этой выдающейся личности в истории. Поэтому мы обращаемся к Слову Божию, к Божественному Откровению. Что в Библии говорится об Иисусе Христе? Кто Он на самом деле? Когда Иисус Христос совершал свое служение здесь, на земле, вопрос о том, кто Он, возникал уже у Его учеников, у Его современников. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, описана интересная ситуация. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 по 16 стихи. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живого». Уже среди современников Христа было вот это многообразие представлений об Иисусе Христе, о Его миссии. И то, что отвечает Петр, «Ты Христос, Сын Бога Живого», по сути дела, составляет основу основ христианского вероисповедания. То есть в основе христианства лежит представление об Иисусе Христе как Сыне Божием, воплотившимся ради осуществления особой божественной миссии здесь, на земле. И Иисус Христос воспринимается одновременно и как Сын Божий, то есть имеющий божественную природу, и как Сын Человеческий, то есть родившийся здесь, на земле, как один из нас и обладающий человеческой природой, человеческим естеством. В одно и то же время Он, Иисус Христос, и Бог, и человек.
Рационально осмыслить эту тайну невозможно. Мы бессильны представить себе такое существо, в котором одновременно и божественное начало, и человеческое начало. Но вот в христианской традиции это так, и это воспринимается верою. Мы согласны с тем, что это великая тайна, и апостол Павел в одном из своих посланий к Тимофею так и писал. Это первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих, что воплощение – это великое благочестие, тайна. То, что Бог явился во плоти – это великая тайна. Мы бессильны объяснить ее. Почему? Зачем Бог становится человеком? Это вопрос, который более, так сказать, доступен для человеческого сознания, потому что именно на этот вопрос Священное Писание дает ответ. Зачем Бог стал человеком? Почему все это произошло? Главная цель – спасительная, или, как говорят в богословии, сотериологическая. В центре внимания человек, который оказался по причине своего отступничества, грехопадения на краю гибели. Чтобы спасти человека от греха его, Бог как бы приходит в этот мир. То есть он опускается до уровня существования человека, чтобы спасти человека там, где человек оказался по причине своего грехопадения. А иначе никак нельзя было спасти человека? Иначе никак. А почему? Потому что невозможно спасти человека в отрыве от его самого. То есть трудно себе представить такую ситуацию, что человек вот здесь, на земле, во грехе погибающий, и где-то независимо от него в небесных чертогах совершается спасение как-то автоматически. Вот. Я себе не могу представить такую ситуацию. Ну, в общем-то, это вполне понятно. Например, если человек тонет, да, тот, кто его спасает, естественно, должен окунуться рядом в воду. Тот, совершенно кто, верно, например, в доме горящем, да, спасатели поднимаются туда, проникают и вытаскивают из пламени. Да. В общем-то, логично. Поэтому потребовалось то, что на языке Священного Писания называется по отношению к Богу как умоление. Уничижение. Потому что для Бога, как существа высшего, вот, обладающего божественными свойствами, характеристиками, стать человеком – это значит себя ограничить, подчинить какому-то вот пространству, какому-то времени существования, подчинить себя материальному телу и пребыванию в материальной плоти. Для Бога это, естественно, умаление. И как пишет апостол Павел в послании к филиппийцам во 2 главе с 5 по 8 стихи, это очень важный текст для нас, чтобы понять тайну Боговоплощения, поэтому мы его, наверное, прочитаем. 2 глава послания к филиппийцам, с 5 стиха по 8. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». И дальше. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком». Он, будучи образом Божиим, вот здесь используется в греческом оригинале Нового Завета выражение «морфе теу». Он, будучи морфе теу. Слово «морфе», греческое слово «морфе» – это суть чего-либо. То есть он, будучи Богом по сути, будучи по сути Богом, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек.
Для Бога это действительно умаление. И, конечно же, когда мы пытаемся осмыслить вот эту великую тайну воплощения Бога или Сына Божия, мы понимаем, что только из-за любви к своему творению, из-за любви к согрешившему человеку, Бог готов пойти и на умаление, и на уничижение. И дальше апостол Павел пишет, что он унижен был не просто до положения вот человеческого, то есть временного, ограниченного существования, он унижен был до положения преступника, пригвожденного ко кресту. Вот. То есть более страшного, более трагичного конца для того, кто есть истинный Бог, просто представить себе невозможно. Но на это способна любовь. Бог есть любовь. И ради любви Господь готов и на такое. С точки зрения греко-философской мысли, Бог не способен на это, потому что он абсолют, и он не может просто уподобиться материальному существу. Это просто нонсенс. Вот, с позиции греческой философии вера христиан – это безумие. Апостол Павел так и говорит в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, в первой главе, что для эллинов, то есть для греков, сама мысль о Христе распятом – это безумие. Но в Божественном Откровении Бог представлен именно таким, то есть способным с человеческой точки зрения на безумие ради того, кого он любит, вот на умаление. Он оставляет свою небесную славу и становится одним из нас, чтобы нас спасти. Евгений Владимирович, почему смерть Иисуса Христа была необходимым условием спасения? Ведь, может быть, можно было воплотиться в человеческий образ, проповедовать, учить, исцелять, показывать людям пример праведной жизни. Непременно нужно было умереть. Для чего? Потому что грех, проблему которого Бог разрешает вот именно таким образом, посылая Сына Своего в этот мир, грех по природе своей разрушителен. Грех порождает смерть. Грех ведет к смерти. И поскольку грех разрушителен по природе своей, отношение Бога к греху, оно не может быть, знаете, таким попустительским. То есть Бог не мог разрешить ситуацию греха другим путем, найдя какой-то компромисс. Грех должен быть облечен и наказан. И тот, кто берет на себя вину за грехи человечества, речь идет о Сыне Божьем, Иисусе Христе, он действительно это делает, тот должен был понести на себе всю ярость гнева Божия. То есть справедливое божественное отношение ко греху. Мы об этом еще подробнее будем говорить, когда речь пойдет о тайне Голгофской смерти. Что значит смерть для Сына Божия? Что значит смерть для того, кто есть сама жизнь, кто есть источник жизни? Мы еще вернемся. Да, мы еще вернемся к этому вопросу. А сейчас я хотел бы еще раз сказать о том, что основная цель, которая стояла за Боговоплощением, за пришествием Сына Божия в этот мир во плоти человеческой, она была сотериологической, то есть она была связана со спасением человека от греха. Итак, возвращаясь к вопросу, так кто же Он, Иисус Христос? Человек или Бог?
или Бога-человек, вот, отталкиваясь от божественного откровения, от Слова Божия, мы говорим о нем как о человеке, потому что он действительно был таковым, и его воспринимали здесь, на земле, как человека. Он обладал всей полнотой человеческого естества, человеческой природы. И в то же самое время, он проявлял себя здесь, на земле, как Бог. Он учил, как власть имеющий. За ним стоял божественный авторитет. И я уже сказал, что соединить вот воедино это человеческое и божественное начало в одной личности, мы бессильны. Мы просто верою воспринимаем это божественное откровение. Вот таким открывается нам Господь в Своем Слове, и мы верою воспринимаем это. Важно подчеркнуть, что выражение «Бога-человек» может уводить в сторону от богооткровенной истины, потому что позволяет предположить некое третье состояние. То есть Иисус Христос и не человек, в буквальном смысле этого слова, и не Бог во всей полноте, а что-то среднее между Богом и человеком. Вот. Христианская церковь против такого понимания личности Иисуса Христа. Вот. Это не третье состояние между Богом и человеком. Иисус Христос – это истинный человек. И в то же самое время Он истинный Бог. Вот. Конечно же, я повторяюсь, мы только верою принимаем вот это божественное откровение. Ну, это таинство, да? Да, это великое таинство. Фома Кемпийский говорил о том, что не стоит слишком много усилий прилагать для того, чтобы постичь глубочайшее таинство, иначе мы впадем в глубочайшее сомнение. Совершенно это можно воспринять верно. Только верой. Верно, да. Интересно посмотреть на то, как сам Иисус Христос себя осознавал, когда был здесь, на этой земле. Как Он себя осознавал? Осознавал ли Он себя Богом? На этот вопрос мы однозначно отвечаем «да». Он осознавал себя божественным существом. И целый ряд библейских свидетельств подтверждают это. Я сейчас хотел бы на них вкратце остановиться. Например, в Евангелии от Матфея, в 13 главе, в 41 стихе, Иисус Христос называет ангелов Божиих и Царство Божие своими. Он называет ангелов Божьих своими ангелами. Он называет Царство Божие своим царством. Это однозначно свидетельствует о его самоосознании, то есть осознании себя божественной личностью. Далее, вот очень важный момент. Иисус Христос обладает правом прощать человеку грехи или отпускать грехи. В тогдашней иудейской традиции вот это право принадлежало только Богу. Вот чтобы не быть голословным, давайте мы обратимся ко второй главе Евангелия от Марка. Вторая глава Евангелия от Марка. Пятый стих. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, то есть тяжело больному человеку, который пролежал многие годы парализованным, он говорит ему: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И обратите внимание на реакцию людей, верующих людей того времени. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Когда Иисус Христос делает это, прощает грехи, тем самым Он однозначно свидетельствует о себе, как о Боге. И дальше он говорит, обратите внимание на 10 стих, «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий
имеет власть на земле прощать грехи. То есть однозначно Иисус Христос вот заявляет о своем божественном авторитете, о своей божественной власти перед всеми окружающими. Следующий очень важный момент. Право суда над этим миром, оно тоже принадлежит только Богу. Вот. Когда Иисус Христос говорит о себе в Евангелии от Матфея в 25 главе, вот, идет Сын Человеческий, вот, который разделит одних от других и будет судить, опять же он утверждает свою божественность, потому что право суда принадлежит только Богу. Он обладает властью законодателя. Вот в Евангелии от Марка во 2 главе и в 27 и 28 стихах есть очень интересное выражение, которое звучало просто шокирующе для слушателей Иисуса Христа. «И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы». И далее: «Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Вот евреи прекрасно понимали, что это Бог, Яхве, дал им закон, в том числе и заповедь о субботе. И когда Иисус Христос говорит о себе, что Он Господин субботы, Он тем самым приписывает себе власть законодателя. Он как бы хочет сказать, что Он и стоит за этой заповедью. Сын Человеческий, да. – это Иисус Христос. Конечно, конечно. Да, так Он называет себя, так называли Его. Вот. Речь идет об Иисусе Христе. Далее. Иисус Христос утверждает уникальные, исключительные отношения свои с Небесным Отцом. Когда Он говорит в Евангелии от Иоанна в 10 главе, в 30 стихе: «Я и Отец одно». Я и Отец одно. Никакое земное, тварное существо не может сказать так о себе: «Я и Отец одно». Поскольку Иисус Христос утверждает единство свое с Отцом, в данном случае это однозначно указывает на Его божественный статус, божественную природу. Утверждение предсуществования – это тоже один из важнейших аргументов в защиту божественности Иисуса Христа. Например, в Евангелии от Иоанна в 8 главе, в 58 стихе, Иисус Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Прежде нежели был Авраам, я есмь. Обратите внимание, опять же, на реакцию слушателей. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Иудеи понимали, что когда Иисус Христос вот заявляет о себе в словах, им хорошо знакомых словах, «Я есмь», это имя Божие, которое открыто было еще в прошлом, когда Моисей спрашивал Бога: «Как имя Твое?» Тогда это и прозвучало: «Я есмь, сущий». И, конечно же, не случайно они взялись за камни, потому что в этом ответе Иисуса Христа они увидели акт святотатства, богохульство, посягательство на Божье. Вот. Но это его характеризует его божественный статус, божественную природу. В 3 главе Евангелия от Иоанна, в 13 стихе сказано так: «Никто не восходил на небеса, как только сшедший с небес Сын Человеческий». И дальше опять: «Сущий на небесах». И у нас тут же возникают ассоциации с молитвой Господней. Да, да. «Отче наш, сущий на небесах». Вот. Отец Небесный, сущий на небесах. И Сын Человеческий тоже сущий на небесах. Евгений Владимирович, да. У меня возникает такой вопрос.
Иисус Христос, Сын Божий, и Он всячески это показывал, называя Себя равным Отцу, говоря, да. «Я и Отец одно, Я есмь». Угу. Но, в общем-то, ведь, по сути, любой человек обычный может встать и сказать, «Я Бог, угу. Я равный Богу». Да. И, в общем-то, ему ничего за это не будет. Угу. Ну, мало ли, что он сказал. Сказать можно все, что угодно. Да, да. Ну, так может быть, Иисус Христос приписал себе славу и величие Божие. Угу. Он сказал, я Бог, а на самом-то деле не был таковым. Да, каждый человек может приписать себе божественные свойства и характеристики, но он, не каждый может им соответствовать. Во-первых. Во-вторых, да, Христос соответствовал. Во-вторых, не каждый человек пойдет на смерть за это убеждение. Иисус Христос был обвинен в том, что Он называл Себя Сыном Божиим и тем самым делал Себя равным Богу. И перед лицом страшной смерти, Он от этого обвинения не отказывает. И это свидетельствует о многом. Это свидетельствует о том, что Он действительно Сын Божий, пришедший в этот мир, чтобы осуществить спасительную миссию, непонятый многими людьми, к сожалению. Но тот, кто готов на смерть ради миссии, не может быть просто человеком, самозванцем в минуту опасности, Такой человек обычно отказывается от всего, лишь бы выжить. Иисус Христос не отказывается. Он говорит первосвященнику, который обвиняет его в том, что он богохульствует, называя себя Сыном Божьим. Ты сказал, я действительно Сын Божий. Евгений Владимирович, очень обширная, содержательная тема об Иисусе Христе, как о человеке, как о Боге. И мы обязательно продолжим ее в наших следующих программах. За эту же беседу я вас благодарю. Это была программа «Открытая книга». Спасибо за то, что провели с нами это время. Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».